Включение Инты, Усинска и Усть-Цилимского района в арктическую зону России даст большие возможности для развития экономики муниципалитетов. Так, принятие соответствующего закона Советом Федерации прокомментировал исполняющий обязанности главы КОМИ. Совет Федерации принял закон, которым помимо Воркуты к сухопутным территориям арктической зоны России отнесены Усинск, Инта, Усть-Цилимский район. Ранее закон был одобрен депутатами Государственной Думы Российской Федерации. На самом деле это результат очень большой работы, проведенной правительством КОМИ, представителями республики в Госдуме и в Совете Федерации. Напомним, прежде включение сухопутных территорий у нас обосновывалось расположением по линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из факторов отнесения к Арктике. Недропользователям новый статус муниципалитетов даст определенные преференции, инвесторам льготные возможности. Также новый статус по задумке будет способствовать реализации проектов, заложенных в комплексном плане развития Воркуты и Инты. Он был разработан по поручению Владимира Путина и сейчас находится на рассмотрении Федерального кабинета министров.